В Десногорске открыли плавательный сезон. Первые смельчаки опробовали воду 8 марта. Этому способствовала не только любовь к плаванию, но и соревновательный аспект. В этот день город в очередной раз стал местом проведения заплывов на открытой воде X-Waters Nuclear. На улице минус 6, в воде плюс 9. Температура хоть и выше средней, но до комфортной ей еще далеко. К тому же дорога до воды снежная и ветреная. Условия экстремальные, но на это и рассчитано. Проплыть по водным просторам в окружении заснеженных берегов – особый вид удовольствия. Мы же, пловцы, очень скучаем за зимний сезон по открытой воде. И возможность поплавать в это время года, где, в общем-то, ну, скажем так, только на югах есть теплая вода, а здесь такой кайф, открытая вода, не ограничена прорубью, как у нас в основном в средней полосе. Стартовали участники «Нуклеар Айс» с одной точки – яхт-клуба, а дальше распределились на группы. Одни плыли 500 метров, другие – километр. Открыть сезон вызвались немногие, чуть больше 20 человек. Спортсмены и любители из Санкт-Петербурга, Москвы, Иваново, Ярославля и других городов России. Вода чистейшая, город прекрасный. Сезон открыли, достаточно большой охват, кто к нам приехал. Но это как бы необычно, никогда не плавали. А тут праздник и себе, и дамам на 8 марта. Среди смельчаков опытные пловцы, рекордсмены мира, Европы и России по зимнему плаванию. Например, Осман Делибаш, четырехкратная мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Заходя в воду, нельзя никогда, так же, как и в горах, нельзя никогда уповать на то, что какая-то теплая температура воды или... Это все-таки стихия, и она непредсказуема, поэтому всегда я с уважением отношусь к любой воде. Для многих участников этот заплыв стал знакомством с Десногорском и его уникальным водоемом. И каждый нашел его идеальным местом для зимних чемпионатов. Спасибо чистой и незамерзающей воде. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.